Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Исаак благословляет Иакова. «И сказал Исаак Иакову, подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, руки и руки Исаава». И не узнал его, потому что руки его были как руки Исаава, брата его, косматые. И благословил его и сказал: «Ты ли сын мой Исаав?» Он отвечает: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел, поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной, от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковым, сыном своим. И как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.